Ну, на какую-то актрису прям похожа. Да? Угу. Мне, кстати, да, говорили многие, что что-то где-то. Даже называли фамилию, но я не запомнила. Нет, ну я не скажу фамилию. Ну, вот. Глаза у вас точно как у Светличной. Да, а лбы аж белые. Я, говорит, голубой аж синий. Ясно. А чем вы здесь занимаетесь в рулетке? Вот, всякие разговоры разговариваю. Если удается. Если нет, то иду дальше. Ой, да. А вы о чем разговариваете? Ни о чем. Вот о чем собеседник задает тему, о том и продолжаем. Если имею, как говорится, что сказать, скажу. Не имею, не скажу. А вы откуда? Под Москвой. Мытищи? Подольск. Как? Подольск. Подольск. Во второй за вечер у меня с Подольска. Ну, у нас вообще-то не маленький городочек. Ну да. Ну, спрашивайте у меня что-нибудь. Давайте вы лучше. Я боюсь спрашивать. Меня это, ну, страшно спрашивать. Меня сразу обвиняют в шовинизме, в этом, не знаю, в чем угодно. Говорят, все, а что ты первый вопрос задаешь? Я не знаю. Ну, чтобы у вас не было там никаких иллюзий по поводу моего хорошего отношения, я не люблю русских. Я поняла. Ну, вы видите, что я с Украины, осталось, да? Да, осталось только выяснить, как вы вообще, ну, вычисляете, кто русский, кто украинец, кто белорус, кто молдаван, кто еще что. У меня есть элементарный, то есть, такой вопросик. Чей Крым? Ага, вот, оно что делать. А вы знаете, ответ есть такой же. А чей Львов? Украинский, тут без вариантов. А как он к вам попал? Куда? Украинский. Что он попадал? Он всегда был. Когда всегда? Всегда. На каком языке разговаривает во Львове? Каком? Ну, вы знаете, на каком? На каком? На русском. Во Львове? Да. И в связи с этим он чей? Украинский. Я поняла. А значит, все, везде, где разговаривают на русском, все украинское? Нет. Ну я с вами на каком языке? На русском называли? Ну, я же не русский. Ну я понимаю. Я, кстати, тоже не русская. Ну, видно. Как? Вот как вы определяете? Не знаю. Ну, не знаю, вы больше Прибалтики вот везла. Что-то я... В другую сторону. Молдаван. Да. Ну, тем не менее, не россиян. Ну. А чья Буковина? Буковина? Ну, Буковина не есть. Как? Админрайон. Нет, ну вот этот регион чей? Буковина, то есть, ну, если вы видите, вы имеете в виду Одесскую область, то это Украина. Но Буковина захватывает и Молдову. А вот, поэтому... то, что та Буковина, которая осталась на Украине, чья? Не на Украине, а в Украине. Как? Я вас поправлю. В Украине. Хорошо, переходим к вопросу в «на». Вы хорошо украинский язык знаете? Никто не жаловался. А переведите мне, пожалуйста, такое словосочетание, как «в лесу». Ну, а зачем? Я не могу понять. Просто. Вот я вопрос. Можете ответить на этот вопрос? У лиси. А как сказать в Украине, на украинском? В Украине. У вас есть два «в» и «у», то есть два предлога. Перед наголосным, кажется, голосный, перед голосным, наголосный. Без проблем. А, то есть вы говорите «на Украине», сами вы говорите «на». Без проблем. Я из Луганской области, я вильно владею украинской мовой. Ну, как вы говорите по-украински «в Украине»? На украинском языке как сказать «в Украине»? Я вам сейчас по-русски скажу, чтобы вы поняли. Давайте. Перед
перед гласной говорится согласное, перед согласной говорится гласно. Потому что украинский язык очень певуч, им очень легко разговаривать. У вас есть, значит, два определения. То есть сказать можно в, да, у лиси, и можно сказать нет. В лиси. Правильно будет говорить у лиси, потому что начинается л, это согласное. И поэтому правильно сказать у лиси. А, то есть у вас и в, и у определение вот в. Да, то есть два определения у вас. Ну, если вы скажете в лисе, это не будет помылкой, это не будет ошибкой. То есть это не будет ошибкой. Но просто правильно говорить, то есть если наголосно, если согласное, то гласное. То есть, ну вот так вот, чтобы чередовались, чтобы вам легче произносить было. Понимаете? Так точно в польском языке. То есть, ну, если знаете польский, то есть там тоже чередуется. Не, ну по поляки говорят на Украине. Поляки? Николи в жизни вам не кажут на Украине. Но если в Google переводчик зайти, вот вбить, то там выходит на. Не знаю, ну вживую поляки никогда не. Ну я много лет прожил, ну не лет, но много времени пробываю в Польше, никогда вам не кажут. Ну, не говорят в Украине. На Украине. На Украине говорят только россияне и говорят часть населения Донбасса. А украинцы никогда не говорили на Украине? Ну, не знаю, может, говорили, но так неправильно. То есть вы всю жизнь говорили неправильно, а сейчас вдруг начали говорить правильно? Я никогда не говорил на Украине. Потому что правильно по русскому языку говорить в Украине. Так вы по-русски или по-украински говорите? Я русскоговорящий житель Луганской области. Но я вильно владею как украинской мовою, так и по-русски совершенствую, владею совершенством. Правило русского языка, то, что можно и в, и на, вы не хотите, да? Ну, вы знаете, если вы знаете, то есть правило, то есть то должно быть на, говорится, когда на территории возвышенности. Вы знаете, что на Кавказе, есть исключение. На Донбассе. У вас ведь тоже говорят в Улисе и в Украине, правильно? У вас тоже есть какие-то исключения, правильно? Правил. Подождите, есть правила языка, русского языка. Правильно. И в каждом правиле. Ну, ему не так много лет, его легко выучить русский язык. Как вообще правила, вот правила, как они? Сначала пишут правила, а потом под эти правила устраивается язык? Или сначала выстраивается язык, а потом на этот язык пишется правило? Хорошо, что есть русский язык? Это набор фраз из разных языков. Своих слов в русском языке минимум. Совсем минимум, понимаете? И правил, соответственно, должно быть минимум. О, должно быть. То есть вы хотите переписать правила или что? Нет, я не хочу. Просто вы поймите. А кому скажите язык? Мне русское слово. Скажите кому, мне русское, кому конкретно русский, русское слово. Кому русский язык что должен? Почему мы должны? Почему должны быть правила? Вы сказали, в русском языке должны быть правила. Они уже есть. Есть русский язык. Он русский выстроился, язык, он сложился. Язык, ну подождите, написаны подождите. Правила. Язык региона должен писаться на основе основного языка. Ну правильно я так думаю? Основной язык у нас русский. Русский язык. Правила сформировались. Хорошо. Давайте, хорошо. Я с вами соглашусь. Я с вами соглашусь. Подождите, секундочку. Да. Первое упоминание русского языка. Вы мне можете... Ну, вот я у меня только 11 классов образования, я в высших не учился. Нет, не могу вам сказать. Я вам скажу, это Даль, это Пушкин, это, то есть это 18 век. Согласны со мной? А до этого какой был язык? Нет, подождите, вы со мной согласны? До Пушкина был какой язык? Старорусский. Петр I не разговаривал на русском языке. Он так и называл. В те времена он так и назывался старорусский. Старорусский, абсолютно верно. Петр Первый говорил, он называл свой язык старорусским, да? Старорусским, абсолютно верно. А новорусский? То есть в те времена люди говорили и знали, что... Они знали, что будет новый язык, поэтому они свой язык называли старым. Нет, его сейчас так называют. А тогда они... А что вы смеетесь?
Нет, я хорошо, понимаю, что, я хорошо, понимаю, что хорошо, ладно. Исторический период, я понимаю. Это новый русский, то старый русский. Но в те времена они когда говорили, они как называли свой язык? Я не знаю, я не могу сказать. Они же не называли его старорусский, правильно? Нет, они его абсолютно. Называли просто русский. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте хорошо, без вот этих нюансов. То есть вы мне одну книгу скажите на русском языке до 18 века. Не знаю. Я не читаю такие старые книги. Хотите украинскую? Я не читаю такие старые книги. Хотите украинскую 16 века? Не хочу. Нет, просто ну, на спор, какой язык вышел раньше. А, подождите, язык был и прямо назывался украинский. Абсолютно верно. Даже значит, Пушкин писал. Значит, и Гоголь писал, и Пушкин писал. Из чего мы делаем вывод, что... А вы знаете, что Пушкин писал историю украинского государства? Подождите, если первая книга была на украинском, значит, идем и делаем вывод, что русский язык произошел... Ну, вы же говорите, что самая старая книга на украинском языке... Там я не сказал, что самая старая. А что вы сказали? Я сказал, что раньше русского вышла украинская. Да, значит, делаем вывод, что украинский язык старше русского. Значит, он... Естественно. Он первый был, да? Да. Из него произошел русский. Да, русского языка по большому счету нет. Это набор, то есть сословий, то есть из голландских брали, из французских. Да. А вы скажите мне русское слово, а я вам его перевод скажу. Мы с вами по-русски говорим. Ну скажите мне любое русское слово, я вам... Мы с вами сейчас разговариваем по-русски. Вот ну скажите мне русское слово. Берите любое слово из моей фразы и говорите. Все слова, которые на ция заканчиваются, это латинский язык. Вы знаете? Ну согласна, есть такое, да. Блин, я даже не знаю, вот сейчас пытаюсь русское слово придумать. Я говорю, придумать русское слово. Я сказал, вот сейчас, я говорю фразу. Вот хорошо, говорю, подождите, почему говорю, у вас, хорошо, знаете, есть слово, блюда, сырники, слово, сырники. Нет, не надо, слово говорю. Почему это не надо? Слово? Слово говорю, это что за слово? Откуда оно, чье? Не, ну, говор, ну, тут не согласен. У вас есть русское, слово сырники, да? Знаете, блюда то есть сырники есть. Русское, да? Нет, нет, оно не русское. А чье? Сырники. Сырники. Почему сырники у вас называются? И почему? Вы здесь как, ну, я не знаю, неадекватно, как наркоман. Почему сырники называют? Ну, а из чего они делаются? Из сыра. Разве не из творога? Ну, сыр, творог, какая разница? Нет, сыр это украинское, а творог это по-русски. Я по-русски тоже из сыр говорю. Нет, сыр по-русски, это сыр. Сыр с дырками. В русском языке есть слово сыр. А творог? Нет, вы путаете. В русском языке слово сыр есть. Оно присутствует. Так я знаю, это сыр с дырками. Нет, пармезан и так далее. Есть и мягкие, нет? Сорта, мягкие сорта сыра есть. А что такое творог? Есть и мягкие сорта сыра. Мягкие сорта сыра. А что такое творог по-русски? Ну, расскажите. Творог это начальный сыр. Кошмар, вы на первом вопросе засыпались, а у меня еще пять. Я даже не буду продолжать, вы на первом засыпались. А у меня еще пять к вам. Ну давайте, хорошо, засыпайте. Не, я не буду задавать, потому что вы на первый не ответили. А какой? А что должно было ответить? Нет, я вас могу засыпать тут, вы плакать будете. Давайте поплачем, кухоря, жужжу сижу. Давайте поплачем, чтобы я уже плакал. Не, вы заплачете, вы на первом вопросе засыпались, поэтому продолжать особо нет. Ну, почитайте Даля, почитайте. Кстати, Даль, который написал русский, знаете словарь толковый? А знаете, откуда он? Украинский. С Луганска, да, он с Луганска. Так что учите теорию. Может, еще встретимся, я вам задам остальные четыре вопроса. Слушайте, а скажите, пожалуйста, куда, блядь? Шумер, если твою мать. А этот он спит. Прикольно, да? Пить будешь? А, не спишь. Пить будешь? Что делать? Пить будешь? Нет, не буду. Пить будешь? Нет. А че не будешь пить? Не хочу. А баба твоя? Баба моя не будет. Блин. А че не будешь пить? Не хочу.